В Подмосковье продолжаются дебаты участников предварительного голосования 22 мая. Накануне Дня Победы в Ленинском районе говорили о коммунальных услугах и качестве жизни. В субботу 8 мая дебаты претендентов на участие в выборах в Государственную Думу состоялись в Видном. В дискуссии приняли участие Илона Броневицкая, Ольга Аносова, Игорь Шкуратов, Михаил Школьный, Дмитрий Курзанцев и Владимир Вахрушев. Обсуждали проблемы ЖКХ, повышение качества жизни и создание комфортной городской среды. Тема нашего ЖКХ. Я о чем подумала? В эту аббревиатуру входит удивительная одна буква «Ж». «Ж» – это жизнь. Потому что в конечном итоге среда обитания, те условия, в которых мы живем, это настолько важно. Это те мелочи, из которых складывается главное. Наше настроение, наша работоспособность, наш настрой, наше желание что-то делать и жить. И решая эти вопросы, я думаю, мы можем серьезно влиять вообще на настроение людей. В своем обращении Илона Броневицкая также отметила, что просто необходимо самим включаться и контролировать работу управляющих компаний, смотреть, на что тратятся наши деньги и почему. Илона Броневицкая намерена баллотироваться в Госдуму по Подольскому избирательному округу номер 124, в который входит и Ленинский район. По этому же округу намеревается выставить свою кандидатуру легендарный хоккеист, член Совета Федерации Вячеслав Фетисов. Заключительные дебаты в Видном состоятся 14 и 15 мая, а уже 22 мая по всей стране пройдет предварительное голосование партии «Единая Россия».